Здравствуйте, уважаемые жители Республики Башкортостан. Я принял творческий вызов от актрисы Башкирского академического театра Ирады Фазлаевой и хотел бы передать эту творческую эстафету артисту Салаватского Башкирского драматического театра Фатиху Кульсарину и режиссеру Стерлитамакского театрально-концертного объединения Айдару Зарипову и актеру Уфимского татарского театра «Нур» Альберту Шарафутдинову. А сам я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Признание». Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной я перед вами признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне грустно, я скучаю, при вас мне трудно, я терплю, и мочи нет сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю! Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умиленье, молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдали, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, сжальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Спасибо.